Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы с вами протестируем мою новую BMW. Это уже не троечка, не пятерочка, да, это уже такая современная X5, скажем так, да, баржа. Очень мощная такая, имеет 306 лошадиных сил. Поэтому сейчас мы ее включим и посмотрим, как она работает. Да. Это уже не максимальная мощность. На максималке, я думаю, будет страшно готовить, поэтому вполне достаточно. Давно не работал на ВОКе. Готовить будем чили-курицу. Chicken spice. Отварили, чтобы избавиться от ненужной пенки. Сливаем. Немного растительного масла. Добавляем сахар. Добавляем небольшое количество томатной пасты. Теперь я добавляю приправу лагаман. Небольшое количество воды. Все, уменьшаем огонь и даем протушиться буквально 15 минут, и наша курица готова. Вот такая красота у нас получается. Сверху кунжут, немного зеленого лука. Мы это красиво все упакуем.